Султан Абишевич, инновации приходят не только в промышленность, но и к нам на телевидение. Благодаря новым технологиям мы можем увидеть Домну как на ладони. Виртуальный макет сейчас показывает Майя, и главное преимущество печи – это увеличенная на 15% производительность и низкий уровень выбросов, который обеспечивается электрофильтрами. Менарине сиырши меспин, бірақ дәл қазір осы айтылған локомотивтердің бірі менің алақанымда пайда болады. Назар салыңыздар. Ғажап емес пе? Дәл қазір сіздер осы заманауи локомотивтердің бірін жан жақты әртүрлі қырынан көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Қошеметтеріңіз. Аумағында аз уақыт ішінде бой көтерген Мойнақ су электростанциясы. Посмотрите на виртуальную модель Мойнакской гидроэлектростанции. Это первая высоконапорная ГЭС, построенная на пространстве СНГ. За счет 500-метрового перепада уровня, который обеспечивается на протяжении 9-километрового деривационного туннеля, создается мощнейший напор. В результате расход гидроресурсов на 1 мегаватт мощности составляет всего четверть кубометра воды в секунду.